Всем привет. Для Ford Fusion заказал одну вещицу. Не знаю, хочу попробовать сам поставить, прорезать на торпеде где-то отверстие. Ну и соответственно, либо может быть вообще вместо прикуривателя кинуть. Здесь у нас под предохранитель разъем. Здесь у нас масса и плюс. Где-то сантиметров 60, наверное. Ну, в общем, приличное расстояние. Мощная гайка. Все это на пластмассе. Резинка уплотнительная с заглушкой. Ну и здесь 5 вольт и 2,1 ампера зарядник под USB сделанный. Вот так выглядит все в черном цвете. Дешево, сердито. Но, тем не менее, должно работать нормально. А то замахался уже перекидывать. Вытаскивать из прикуривателя сам прикуриватель, который там стоит. Подкидывать съемный. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Куда-то его надо прилепить. Чуть попозже буду думать. Вот так вот это все дело выглядит. Предохранитель, интересно, стоит или нет. Я думаю, что стоит. Как это дело раскручивается? О, даже раскручивается. Да, предохранитель стоит, обычный. Предохранитель поставили на 1 ампер. В общем, как-то так. Всем пока. Ссылка будет в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. В общем, так выглядит теперь вот эта красота. Если включить, то он показывает, насколько заряжен ваш аккумулятор, и начинает заряжать телефон. Еще одно запасное гнездо для зарядки. Ну и, соответственно, прикуриватель, который я решил оставить. Хотя можно было поставить вместо него. Идеально подходит. Но прикуриватель я решил оставить из-за того, что есть насос и, возможно, будет когда-нибудь пылесос в машине. Когда-нибудь со временем купим AUX, поставим его вот сюда. Ну или вот здесь вот где-то. Вот тут вот, скорее всего, будет стоять AUX.